Добрый день. Сегодня хотел бы поговорить о контент-плане. Как его составить и как практически с ним работать. То есть я хотел бы показать, как это делаю я. Первое, что необходимо, то есть определить, сколько постов в день вы хотите опубликовать. Вот я взял для примера 3 поста в день. Вот. И расписываем на целый месяц, желательно расписать на один месяц, чтобы у вас был понятен контент, то есть какое время вы это делаете, да, вот берем, допустим, в сентябре, видите, по 3 поста в день, в 11, 15, 30 и 20 выходят посты. То есть мы так запланировали, то есть вот взяли Google календарь и сделали план на месяц. Вот другая неделя, следующая неделя, все расписано. То есть берем, расписываем. То есть пост по бизнесу, пост из жизни, пословицы, поговорки, мотивирующие, цитаты, продажные, мотивирующие, продажные. Ну и вот так вот расписываем. То есть на целый месяц расписали. Что дальше? Вот берем конкретно понедельник, 22 у нас будет августа. Здесь видите, уже нет. Значит, эти посты уже запланированы, то есть они уже у меня, вот это только мы планируем, вот где таблички стоят, а где табличек нет в августе, там значит уже посты подготовлены к публикации, и уже как это вот я делаю, я хочу это показать, возможно это кому-то будет полезно, такая информация, во-первых это удобно, а во-вторых может кто-то поделится своей информацией, кто как это делает. Вот. Берем, допустим, вот у нас 24-го стоит пост новости Google в социальных сетях, да? Вот заходим в Google, новости, Facebook пишем. И вот тут новость есть такая. Марк Цукерберг продал свои акции, да? Берем эту новость. Вот. Личную. Копируем ее на свою бизнес-страничку. Так, там когда у нас стоит, забыл чуть-чуть. 24-го 20 у нас надо публиковать по плану. И публикуем сюда вот на бизнес-страничке. Публикация у нас. Запланировать. Ставим. Ну и здесь ставим. 24-го. 20:00. Запланировать. Сделали. Мы здесь убираем эти новости. Параллельно мы делаем еще в группу ВКонтакте. Вот у нас группа ВКонтакте есть. Тоже связана работа в интернете. И там контент похожий. Но здесь мы смотрим новость ВКонтакте. Вбиваем в Google. И разработчик ставит способы вернуть старый дизайн. Вот есть такая интересная новость. Мы ее берем. Копируем. Вот она.
здесь есть таймер, такая функция, которая позволяет нам также запланировать его 24:00 и очередь. Вот у нас уже 16 отложенных постов стоит. Вот. И возвращаемся к Google календарю. Вот эта вещь, мы ее сделали в Фейсбуке на бизнес-странице и ВКонтакте в своей группе. Нажимаем вот на эту табличечку. Здесь сюда нажимаем. Вот у нас в августе было 24. Потом переходим в сентябрь. И берем 24 уже сентября и сохранить. И у нас автоматом вот этот вот, который здесь был, перешел на 24 сентября, уже заполнился там, план встал. А здесь мы видим, что уже опубликовали. Вот у нас остался на 24 один пост только сделать, 25 один, 26 два. И вот дальше смотрим, допустим, в среду у нас идет, ну вот такой запланирован пост по бизнес-литературе, да. Идем в Яндекс, бизнес-литература, смотрим, да, и находим вот такую книжку интересную. «Первый миллион за 7 лет» Бода Шефер. Копирую ссылочку. Идем в бизнес-страничку, и у нас еще раз смотрим. 24-го 11:30 нужно запланировать 24-го. И 12 сделаем чуть позже. Так. Все запланировали. И эту же ссылочку сюда, значит, в группу мы идем. Все, тоже запланировали. Так как мы тут все запланировали, возвращаемся в Google календарь, нажимаем на то, что сделали, нажимаем, здесь идет сентябрь,
И 24-е. И сохранить. И вот все, мы здесь закончили. Следующий, 24-го еще у нас есть такое совпадение получилось, что вот когда мы смотрим еще календарь MBM-овский, да, у нас получается 24-го вебинар по высшей лиге. Вот, соответственно, надо с утреца пост такой сделать. И что мы делаем? Идем. Вот тут неплановый ставим. Вот тут заготовочка у нас есть по высшей лиге. Фоточку добавим. И публикуем его 24-го, планируем 24-го. Запланировали, да, и ВКонтакте также. Так, возвращаемся к любому календарю. То есть у нас здесь все замечательно. Так, и есть еще у нас вот здесь такие мотивирующие посты. Сейчас покажу, как еще мотивирующие делаем. Так, мотивирующие у нас есть вот один, второй мотивирующий, да, и по бизнесу.
Вот постпродажи 25-го. Мотивирующий сейчас покажу еще, как мы делаем. Точки кое-какие есть, значит, вот фразочку. Берем фотографию, которую сохранили, сейчас ищем. И смотрим, нам надо публиковать план, значит, 26-го, 20-го. И ставим. Запланировать. 26-го. 20-го. Запланировали. Вот у нас 19 здесь уже запланировано. Также идем в контакт в нашу группу. Очередь 19 здесь в очереди. И вот так возвращаемся к контенту мотивирующий, нажимаем, здесь нажимаем, переводим сентябрь 26 и сохранить.
все, у нас здесь пост. И таким образом мы на всю неделю делаем посты. То есть как у нас вот эти пропали здесь, плановые наши штучки, значит мы посты. Вот нам осталось четверг, пятница, пост, суббота, три поста и воскресенье, два поста. И у нас следующая неделя уже заделана. А вот здесь, как 26-го мы убрали, и мы смотрим дальше на сентябрь, вот идем. Видите, вот 25-го, вот у нас 24 сентября все запланировано. И вот 26-го, вот то, что мы там опубликовали, здесь планируется. Там мы публикуем, дальше у нас на месяц планируется. И таким образом мы можем делать, если есть, у нас позволяет время, на весь месяц, а можем понедельно. То есть в субботу на следующую неделю, в субботу на следующую неделю. Вот таким образом, то есть я составляю и работаю с любым контент-планом. Это я взял образец двух бизнес-страниц на Фейсбуке и группы ВКонтакте. В принципе, такие контент-планы можно составлять по любым аккаунтам. Что в Инстаграм, что на Фейсбуке личный аккаунт или дополнительные какие-то аккаунты по бизнесу. Также личный контакт ВКонтакте. Всего доброго. Если информация была полезна, я буду очень рад. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите новых полезностей. Всего доброго. С вами был Владимир Кулаков. До встречи. Пока.